Новый год – время подарков. Именно подарком стало новое здание клуба для жителей села Саньяхтат Алекминского района. К слову, это село можно отнести к большим населенным пунктам, но жителям приходилось ютиться в стареньком приспособленном здании. А в новом клубе можно проводить мероприятия даже районного уровня. Подробности далее. В этот день улицы села Саньяхтат опустели. Под Новый год у них распахнул двери новый культурно-спортивный комплекс. Несмотря на морозную погоду, пришли от мала до велика. Событие важное для каждого. Ведь теперь в одном теплом современном здании есть и отличный просторный спортивный зал, и библиотека, и клуб. Наш культурно-досуговый центр размещался в приспособленном помещении. И поэтому мы неоднократно ставили вопрос, и правительство республики, руководство нашего района приняли решение строить культурно-досуговый центр в селе Саньяхтат. Спасибо реализации программы «Моя Якутия» в 21 веке. Благодаря ей у сел появилась возможность радовать жителей новыми зданиями. Самое главное, то, что мы достигаем, строя такие объекты, делаем условия для культурного и спортивного досуга населения. Особенно в таких местах, дальних, как Саньяхтат сегодня, да, здесь живут трудолюбивые люди. Уже на торжественной церемонии участники показали, на Слеге полно творческих людей. Подрастает новое поколение, а значит, впереди большие достижения. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алекминск.